Доброго времени суток, друзья. У нас вечер, 6:30 вечера. Хочу показать варочную камеру для обработки субстрата грибов. Сделал бак на 1.5 куба. Металл тройка. Куб бетона намесил вручную. Фундамент у меня 1 на 2 метра. Соответственно, бак, если 1.5 метра. По 0.5 метра у меня осталось. Здесь выступы сделал. Сюда цветочки поставит. Плитку положу. Раствор еще свежий. Кирпич еще вчера положил. Он сырой, но тяга хорошая. Наполнил бак водой на 2/3. Пропариваю. Да, уже нагревается. Градусов 25, наверное, 30. Ну, минут 30, наверное, топится. Крышка съемная. Дергивается, ставится на кронштейны. Там у меня решетки лежат, чтобы субстрат не подгорал. Зольник. Полную печку дров накидал. Колосники. Сохнет, подмазывать нужно. Вот рассохлась, потому что все сырое. Все сырое. Мостик из старых труб сварил. Вот, недорогим отлетом можно топить, обрабатывать субстрат. Спиртник в самый низ сделал. Пожалуй, все. Ставьте лайки, пишите комментарии, какие-то замечания. Говорите, пишите. Буду исправлять. Завтра занимаюсь бассейном. Делаю бассейн и приступаю к строительству грибарни. Посмотрим, что у нас в топке. Он как кочегарит. Накидал сколько. Кочергу надо большую. Вот 1.5-метровые дрова. Недорогим отлетом буду топить. Дверку сам сварил. Рамку сюда. Дверку с защелочкой.
всем пока-пока.